Російська агресія. Ці слова російський правдоруб Володимир Виноградов почує від артистки, яка лише кілька років тому представляла його країну на міжнародному пісенному конкурсі. Та з початком агресії відмовилася від усіх російських відзнак і нагород. Він шукатиме відповідей та разом із тим уникатиме розмов про війну. А ці розмови його повсякчас наздоганятимуть. Світоглядний експеримент «Вікон» триває. Автор проекту Леонід Канфер сьогодні знайомитиме свого героя із сучасною українською культурою і хоче, аби новий телепроект за участі зірки російського ТБ Виноградова побачили і в Росії. Тому труднощі перекладу виходять російською. Крайний раз он уезжал вот так надолго из дома Анжины Тани лет 15 назад в Чечню. Восстанавливал территориальную целостность России. Не стирать. Ну как еще? Не стирать. А, я не делал даже. Мы же на Днепр полоскать ходим. Вот в них никак не уходит. Вернулся из Украины соскучившийся и с подарками. Маму, это универсальный солдат. Тельняшки как что, для баб что ли, что ли? Давай целоваться. Кухню на хозяйство разделочная дощечка от русского радио «Украина». Младшей дочери Ине – толстовка за хит-феста, старшей Але – сумочка «Океан Эльзы». Пожалуйста. Там, в Украине, он все пытался понять. Ну ладно, политики-конъюнктурщики. С них спрос невелик. Но звезды, кто собирает тысячи на стадионах и миллионы у экранов, они-то с кем, на чьей стороне? Почему многих украинских звезд не слышно и не видно в России? А главное, за кем идти, кому верить? Говорит Москва. Очень много никто в российскую оккупацию. Это очень опасная игра. Бандеровцы жгут. Многожильные очереди у билетных касс. Похоже, весь город сегодня тут. В вышиванках, с флажками, полотнищами. Слава Украине! Это не Ивано-Франковск, не Львов и не Ровно. Это Одесса. Концерт «Океана Эльзы» в День независимости. Та самая Одесса, где, казалось бы, прописался и пустил корни русский мир. Много кто из них святкует прямо в касках, камуфляже и с оружием в руках. Но, тем не менее, именно они сегодня делают так, чтобы мы тут спокойно и счастливо могли отмечать свято независимости. Дякуем им великим! Только здесь он узнал, «Океан Эльзы» не просто группа, не просто музыка и не просто концерт. Даже лирические песни о любви звучат как протест поколения, победившего на Майдане. «Океан Эльзы» – одна из тех историй, которые делают Украину единой. На их концертах аншлаги и во Львове, и в Мариуполе, и в Одессе, и даже на линии огня. Глазами до сих пор эта картинка. Вот 50-тысячный стадион поет с Вакарчуком песню, и вот с краю Володя один. Вот стадион, и вот он один. Стоит и молчит. А там же стадион, 1030-40 народу, все урут. Он говорит, смотри, как все прутся. Они прутся там, все прямо, ну, как говорится, девки чепчики бросали. И он потом сказал, что ничего не понимал из того, что там пелось по-украински, но я думаю, что дело, наверное, не только в этом. Понимаете, если бы я сам не жил сейчас в Украине, то я бы завидовал тому, что происходит вокруг. Аллея героев, больше 100 портретов. Кстати, Роман Вареница, тот самый, к родителям которого мы ездили во Львовскую область. Именно здесь мы назначили встречу певицы, которая когда-то выступала на Евровидении за Россию. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир. Здравствуйте. Анастасия. Очень приятно. Приходько вернулась из России, как на Майдане избили студентов. С тех пор больше там не выступает. Для нее выбор, оставаться или возвращаться, был очевиден. А вы как же вот за Россию выступали? Другое время было. А, и мнение другое было. Все было другое тогда. Тогда как-то не обращали на это внимания. Было, да было. Но только действительно в самый переломный момент нужно определиться, кто ты. Я знаю, кто я.
Виноградов вспомнил, что где-то в интернете попадался ему телефонный разговор продюсера Анастасии с девушкой-менеджером одного из российских олигархов. Та зазывала Приходько в Юрмалу на корпоратив россиян. Настя в итоге отказалась. Я не могу приехать на эту землю. Я не могу там выступать. Мы воюем против российской агрессии. Поэтому сейчас я просто вот страна, Россия, Кремль и так далее. Угу. Я сейчас очень к этому не то чтобы негативно, а просто даже выражаться не хочу, как я к этому всему отношусь. Песни Приходько в ротации самых топовых украинских радиостанций. Это мекка FM-эфира. Здесь сразу 6 радиоканалов. Большинство в пятерке самых рейтинговых. Сергей Кузин, гендиректор холдинга, ведет нас в святая святых. Эфирный блок. Да не прямо сейчас говорим. Да, сейчас зайдем. Каждый новый день, друзья. Вы помните, мы встречаем с компанией наших дорогих, любимых, смешных, веселых будильников. Они вернулись из отпуска. Это все работало, поставь пластинки. Да, и бабки платят. Вот вся, я еще пришел-то, все не мотыгой махать. Это то, чего не может быть по определению. Русское радио «Украина» на русском языке. По идее, бандеровцы давно должны были всех пересажать на копья. Оказывается, мы сами бандеровцы. Во времена Майдана ведущие приезжали в эфир прямо с площади. В касках, с покрышками для протестующих, сами пропахшие гарью. А потом снова обратно. До сих пор группа Сергея Кузина и Сони Сотник, ведущих суперпопулярного «Камтугеза», колесит по передовой АТО и даже успела побывать под снайперским огнем. Почему у нас так... Журналисты не так. Так относится к Пореченкову. Ты еще пулемет взял и валишь, и рассказываешь сказки, что из такого оружия бывают холостые. Ты представляешь, в Украине русское радио. Я говорю, вас не ругают. Кто это? И слушают русское радио, и по-русски прям... Ну, посмотрел в живой эфир, там тетенька, мне компьютер, короче, она там, после раз, вот такая музыка. Стоп-листы коснулись не только музыки, но и кино. Окраина Киева, престижный коттеджный поселок. Именно здесь один из самых известных украинских режиссеров, Игорь Забара, снимает очередной сериал. Тот самый Игорь Забара. Игорь, привет. Здравствуйте. Привет. Это Володя. Привет, очень тот самый Володя, как я чинил кран. Как я ездил в Москву, как я ездил в Чечню. Да-да-да. Я очень рад. Сейчас про меня. Пошли на площадочку, пошли посмотрим, как мы снимаем кино. Поглядим. Классический сериальный сюжет. Он олигарх, она сестра-мотовка и хочет завладеть всем состоянием. А потому решается его отравить. Как-то так. Она заходит, Витя, Витя, здесь она, вот здесь она, да? Поговорила, попричитала, и она думает, что он вот так вот сидит, уснул. И она говорит, Витя, берет его за руку, он... У него слюна. Пена. В главных ролях российские актеры. Олигарх Эдуард Трухменев, его сестра Алика Смехова. Интервью от греха подальше не раздают. Мотор идет! Тихо! Все, тишина. Она тебе не пара, ты стареешь. Что это? Молоденькая сучка крутит перед носом? Она не стареет. Не хватит. А проститутка. Я сказал, да нет, скотине пошел давать. Раньше сериалы снимались в Украине с прицелом на российский рынок. Теперь это скорее исключение из правил. Многие российские актеры также в черных списках. Из-за их позиций политических вижу, что только из-за них. И он достаточно большой. И даже там некоторые мои друзья, собутыльники. Мы договорились встретиться в выходной, покататься по Днепру, посмотреть Киев, попеть песни. Сидят, смотри, в соломенных шляпах, ловят рыбу. Так у меня детство так прошло. Ты думаешь, это специально для тебя они сели? Ты думаешь, конечно. Это Канфер позвонил и сказал, ребята, сейчас Вовка такой. Едет, давайте быстренько. И он другому говорит, едут, и он иди, такой. Ничего подобного, это так всегда. Игорь много лет работал и жил в Минске, а вернулся на родину, говорит, здесь даже дышится по-другому. На базар заходишь, тебе по плечу могут похлопать, сказать, иди до мене, хлопчик, да я тебе продам краще. Мне это все очень нравится на самом деле. Игорь и Кристина, его жена, кстати, тоже актриса, затягивают Чарину скрипку. На весь Днепр, как дала, блин, да. Вот для меня лично, да. Не, ну если красиво, то красиво, там говорит-то. Она просто еще... капелла или... Нет, сначала она спела по телевизору большой, они с Игорёхом пели, да. А Игорёх, то, кажется, артист, он черт играл. Одно лицо. Володя впервые от этого не бежит, не пытается устраниться. Дай полину далеко, а сидать не схотів.
Молодец. Это для тебя, Володечка. А поцелуй я. А поцелуй Леня. Не-не, молодец. Ну. Да, я тебя поцелую. Когда все душевные песни перепеты, всеобщие темы обсуждены, Забара пытается заговорить о главном. О том, почему все не так, хотя вроде все как всегда. Это же не украинцы с украинцами воюют. Ты это понимаешь, это не украинцы с украинцами воюют? Нет, я представляю, что заряды от градов в магазинах в Луганске не продают. Понимаешь, вот в чем херня. И как вот это вот выправить историю? Рецепта нету. Он говорит, ну это же один народ. Он мне сейчас вот только что говорил. Арка дружбы народов, говорит, ну правильно, говорит, а чего ссориться? Как ему объяснить, что у меня два друга погибли в Полтаве? И что я семьям этим помогаю, понимаешь, как? Ну, как? Ну, конечно, мне хотелось, чтобы ему понравилась Украина, ему понравился Киев, чтобы ему понравились, наконец, украинские песни. Потому что моя личная Украина тоже началась с Игоря и Кристины, и в его день рождения мы также катались на теплоходике по Днепру и также вот пели вот эти песни, да. Ну, это же красиво, это же классно. Ну, и Володька, конечно, расслабился, да. Другой вопрос, что без ответа осталось самое главное, а за что вы нас так не любите, с чем, собственно, мы и ехали. И без разговора про Донбасс, ну, просто невозможно было идти дальше. И я понял, что нужно с ним поговорить, и это, наверное, были самые тяжелые съемки для нас. Перед його очима українці стануть на коліна перед полеглим воїном АТО. Та чи опуститься на коліна сам Виноградов? Чи зрозуміє, за що воюють українці на Сході? І що скаже після побаченого своєму товаришеві, який саме збирається добровольцем на Донбас воювати на боці терористів? Дивіться у вікнах вже завтра.